What do Chechens hate about the West? Assalamu alaikum, Marshdol, and welcome to my channel. My name is Erzo, I'm from Chechnya, and today we are going to ask Chechen people what do they hate about the Western countries. So, keep in touch. Западя, Угар, це дієште, куди він? Так, куди хай? Тер ценности ши и хенц то, что холодно, мировоззрение просто инзерически скорость меня стащу, и это, ну, я типа более консервативный человек, поэтому они слишком дарят свободу детям, один из вариантов, я сейчас перечисляю, свободу детям, что дети могут там, не знаю, жаловаться, если там родитель поднял там руку или накричал, и это очень сильно влияет на воспитание ребенка, потому что у каждого ребенка есть такой возраст, где его нужно вот прям держать в крепких руках. Не будешь держать, то вырастут не самые лучшие люди, мне так кажется, потому что я человек тоже воспитанный прям вот как надо, но дело я по себе знаю, что это работает. Это нужно так делать. Их власть меня бесит в том плане, что они высказывают мнение в тех ситуациях, где им, скажем так, выгодно. Сейчас идет речь о Соединенных Штатах Америки как о власти. Допустим, ситуация с Украиной, они прям поддерживают, прям вот яро высказывают, комментируют, деньги переводят, вкладывают. Но тем самым параллельно игнорируют всю войну, что происходит в исламском мире. Там та же Палестина, тот же Иран и так далее. Тоже бесит. Скорее, феминистки. Надоели они со своими правами. По-моему, им место на кухне. Могут выбирать, что приготовить на ужин, но другие права их нужно исключить. Жестко. Слишком. Ну, семейные ценности под храмом. Есть какие-то примеры? Лично не сталкивался, слышал. What do you hate about the West? Что, what do you hate about? The West, like America, Europe. Is there anything you hate about? I don't know, I just... Really simple. Очень просто мнение, no, nothing. There's nothing that you hate about them? Yeah, I don't hate anything, maybe. Угурца Диештега из-за преступностью, повышенной преступностью Запада, тот же Нахбой Шулфига, Умшля Чуаши, Момеч Алса Мюсига, потом толерантность и нетрадиционный Умша тоже там, Мекшту Цигай Нахан, из-за Диксавецун Чуаши, Диксавецун, Бешкума Алиша Цигай, Западя, Угар, садишься куда? Ну, Запад, Европа, Америка. Фотошоп, да, я. Фотошоп, лайтруми. Дева, санкции сидят, хардикердер. Да, это если не санкции, конечно, то нормально было бы. Те поведение, и, ну, как их, те, дюня, дахар, те, лилар, конечно, человек хащам из-за как небо и земля разница мои. Хатажим озлиош болхари, мах бацар, а так, ах и выйду сам. Шейду не замил, сарю, как бы выйду не замил. Не жду. При воспитании детей, например, дэгдуй, у родителей дэйнэйны, йоц бакуяц, как они хотят, церкшай бейр воспитать цадало, потому что у них нету этого права как-нибудь воспитывать этого ребенка, которого нужно воспитывать реально, типа уешча хулили, запугать его как-то, сделать так, чтобы ребенок понял. Они не имеют этого права. То есть они полностью закованы в воспитании своего ребенка. То вот есть это, своего же ребенка они не могут воспитать как надо? Да, вот, например, если они захотят это сделать, воспитать своего ребенка так, как хотят, и ребенок вдруг пожалуется кому-то, вот как... люди, которые занимаются этим, защитой ребенка, прав ребенка, у человека просто отнимут ребенка. Хотя он как лучше хотел воспитать этого ребенка. Просто настолько абсурдная система у них по защите этих детей, детей, которые сами пока что ничего не понимают. Alright, thanks for watching, guys. Hope you enjoyed this video and
Yeah, if you did enjoy this video, click on the like button. Subscribe, don't forget to subscribe, it's very important to me. And yeah, take care. See you in the next videos. Adikoyo.